Расскажу, как отличить подделку транзистора от оригинала. Вот это две подделки. Они у меня уже таких 5 спалил. Один на пуш-пуле и два на высокой частоте на 2 МГц. Они на пуш-пуле подавал 32 вольта где-то или 37, но это рассчитано на 100 вольт. Мне кажется, подделки, они на самом деле на ниже напряжение рассчитаны, и поэтому не горят. Вот эти две — это подделки, по-моему. Вот у них шрифт такой большой, и у них такой выразительный шрифт, такой четко виден, и точка у них часто бывает вот тут посередине. Вот, вот этот оригинал, у него такой шрифт какой-то нечетко виден, и вот точка внизу. И вот эти два оригинала, по-моему. Это ERF640N, что даже не виден шрифт. ERF640 без N. И вот, буду замерять. Сперва вот этих подделок замерю емкость. Вот ERF630, то есть 530. Вот 1,1 нанофарад емкость затвора, срабатывание 2,6 вольт. Он даже при 5,6 вольт он полностью открывается. Я замерял это. Подавал 5,6 вольт на затвор исток и мерил сопротивление, и было 0,1 Ом. И когда 16 вольт подавал, тоже 0,1 Ом было сопротивление. И у подделок обычно сопротивление больше, чем пишется по даташиту. Если, например, пишет по даташиту 0,7 Ом, а у подделки бывает каких 1,3 Ом, 1 Ом, там всегда больше. Вот теперь буду вот этот проверять. Вот у него было 2,6 вольта и емкость затвора очень маленькая, 1,1 нанофарад. Но это как бы 530 у него и должна быть поменьше емкость. Так это как бы, поэтому судить так особо нельзя хорошо. Вот вставляю теперь вот этот, тоже подделку. Вот 1,2 нанофарада, тоже емкость маленькая, 3,5 вольта. Но этого уже как бы побольше напряжение затвору. Очень маленькая емкость затвора, это говорит тоже признак подделки. Ну и вообще тут и такого даташида такого не найти, вот именно с таким названием, поэтому это подделка. Емкость и сток, у него где-то 1,1 Ома, а должна быть 0,65, 0,3 Ома, где-то так. Вот теперь беру вот этот, он кажется на 800 вольт или на 1000, там какой-то высоковольтный.
1,4 нанофарада, 3,4 вольта. Ну, это странно. Может слабый, поэтому. Но у него вот 3,4 вольта, высокое открытие, большое, поэтому он как бы не поделка, наверное. Я его в магазине обычно покупал, эти два на Алиэкспресс. Теперь ERF640. Оригинальный, который в магазине покупал. Ну, 2,5, 2,6 нанофарада, 3,2 вольта. У него вот тоже большая емкость затвора и 3,2 вольта где-то открывается. И вот этот я покупал на Алиэкспресс, но он похоже, что не на подделку, он как бы соответствует. Я проверял сток и сток, подавал 16 вольт на затвор и сток, и вроде бы соответствует параметрам. Опять емкость 2,6 нанофарада, 2 нанофарада большая и 4,5 вольта. Вот высокое напряжение открытия затвора. Тоже сидит, свидетельствует, что не подделка. Тут у меня еще несколько от мониторов, там всяких выпаяно есть. Вот от монитора, кажется. Так что нет смысла на затвор подавать 16 вольт каких или 15, достаточно для таких подделок. Подавать и каких 6 вольт достаточно. Нечего перезагружать драйвер. Пикофарад, 3,2 вольта. Но это слабомощный, поэтому такая емкость маленькая. И 3,2 вольта тоже не такая уж маленькая. Тут вот опять ставлю 630. 2,6 вольта. Низкое напряжение. И вот этот. А, это 3,2, кажется. Три и пять вольта. Может еще этот. Это ERF630, по-моему. Только тут не написано название полное. 1,1 нанофарад, 3,5 вольта. Вот видно, что 3,5 вольта открытие затвора. Как бы 1,1, то есть как и у этого, такая самая емкость. Тут 530, а тут 630. Но срабатывание открытия
но оригинального повыше напряжение. Тут вот 2,6 вольта. 1,14. Я думаю, у этого еще напряжение пониже. Мне самому интересно, какое у него сопротивление. Вот, подключаю на плюс и на затвор. Только нужно очень осторожно, чтобы не до стока не дотронуться и не спалить его. Вот я через резистор, чтобы случайно не дотронулся до стока, то один уже так спалил, когда проверял. Вот теперь сопротивление мерить. Буду мерить. Теперь тут ни одной рукой очень крепко не удастся тут зацепить. Хотя бы ориентировочно. Вот 0,03 Ома. А под отшиту сколько он должен быть? РФ-630. Вот тут уже пишет, что 200 вольт 0,35 Ома, то есть соответствует заявленным. Уже тут 0,4 Ома, меньше 0,4 Ома. Мой типично 0,3 Ома, максимально 0,4 Ома. При затворе исток 10 вольт.